Меня зовут Влад, это канал «Единство с природой». И сегодня я вот нашел лягушонка. Сейчас покажу, какого. Называется остромордая лягушка. Вот так он выглядит, этот лягушонок. Такие вот большие размашистые задние лапы. Вот такая вот, видите, заостренная мордашка. И обязательно такие вот две полоски черных, которые идут вдоль глаз к ушным отверстиям. Лягушки, чтобы дышать, она на 50% дышит телом, а на 50% уже своими легкими. Лягушки эти довольно такие пугливые. Их не так часто можно встретить, потому что они живут в основном в лесах, в густой траве, где человек обычно ступает довольно редко. Но, как видите, эту я нашел недалеко возле дороги. Поскакала тут. Обычно они более активные в такую вот пасмурную погоду. Ну и живут они в основном в тени, конечно, закрытых таких вот, как замазать деревья. Вот под ними там в траве они обитают. Питаются тем, что и обычные лягушки. Опасности нет, яда нет. Это было очень маленький лягушонок. Растут они, не знаю, раза в три больше, чем этот был. Характерна такая вот коричневая краска. В основном такая она и есть во всех этих лягушек. Что же еще про нее такое рассказать интересненькое? А, да. Еще одна отличительная черта. Если вы успели заметить, там на спине были две такие светлые полоски с обеих сторон. Это указывает на то, что этот вид, ну, это относится к роду, к виду лягушки остромордой. Я думаю, каждый из вас видел хотя бы раз такую лягушечку. Ну, рассказать особо уже про него нечего. Здесь не так-то много информации, обычная лягушечка, но там еще есть очень похожие виды травяных лягушек, тоже и цвета такого, но в этой острая мордочка, черные полоски, какие проходят сквозь глаза, и что там еще, две полосочки на спине. Это есть отличительная черта остромордой лягушечки. Есть еще там другие, очень похожие, но у них таких полосочек нет. И они больше растут, и форма тела немножко шире, такая кругловатая. Это же такие они стройненькие, лапы длинные, перепонки почти отсутствуют, пальцы очень большие задние. Ну, вот такая вот лягушечка. Так что с вас лайки, подписочка, новые подписчики, приводите их на мой канал. Скоро будут еще видосики, у меня еще много всего в запасе. Так что ждите. До скорого.